скажем так, его французская библиотека, начинаем понимать, что это не просто патриотизм литовского еврея, который приехал во Францию, но определенное представление о том, что такое человек, и он видит, как это представление, то есть, ну, не просто с этим представлением не просто борются, но хотят целенаправленно уничтожить человечность человека в человеке. Тогда как он пишет, что в нацизме тело – это не место духовной жизни, а ее сердцевина. Такое у него выражение. И быть действительно самим собой – это не взлететь над превратностями